Мне ты обязан сказать, за что ты его избил. Плохо сделать в жизни ошибку. Промах, проступок. Но еще более отвратительно это не уметь держать ответ. Говори. Нет, я не могу. Так, ты не можешь. А я не могу оказаться в положении тех отцов, которые на собрании бьют себя кулаками в грудь и кричат, что они проморгали. Я не могу себе этого позволить. Я обязан тебя воспитать человеком, мужчиной. И вы достаточно взрослые люди, чтобы понимать это. И отвечать за свои поступки. Я готов поверить, что ты поступил справедливо. Только нет такого справедливого дела, о котором нельзя было бы сказать людям. Тем более мне, твоему отцу. И в школе своим товарищам. Нет, папа, я там тоже не скажу. Ну что же, тогда тебя исключат. Значит, исключат. Я открою. Здравствуйте, здравствуйте, Мария Ивановна. Здравствуйте. 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 Мне нужно поговорить с Сашей. Я понимаю, понимаю. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Вот сюда, пожалуйста. Здравствуй, Саша. Здравствуй. Вы простите меня, пожалуйста, я по хозяйству пойду. Пожалуйста, пожалуйста. Саша, Саша, что ты натворил? В школе все считают, что ты побил пан Крушина не за то, что он смеялся над тобой. Я понимаю, он поступил глупо. Но если ты побил его только за это ужасно, Саша. Если тебе нравится Наташа, ты должен этим гордиться, Саша. Ты должен быть выше этих глупых насмешек. Это же унизительно и для тебя, и для нее. Все-таки я не верю, что ты из-за этого. Ты должен сказать, ты должен доказать Саше, что у тебя была серьезная причина так поступить. Иначе тебя исключат из школы. Нет, я не могу. А это, ну, словом, не из-за того глупого письма. Марья Ивановна, давайте считать, что я побил пан Крушина, потому что он надо мной издевался. Вот. Я не могу так считать, Саша. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Слушаю. Да. Здравствуйте, товарищ Недареев. Да. Нет. Саша, выйди. Нет, я верю, что он иначе поступить не мог. Я знаю своего сына. Я допускаю. Я допускаю все, что угодно, только не это. Он не лгун и не подлец. На педсовет я приду. Мы придем. В среду в 15:00. Хорошо. До свидания. Претензий, что ваш отлупил моего, я не имею. Да простите. Сашка избил вашего сына. Безобразно избил. Я не понимаю, за что. Не знаете? Не знаю.
Не могу. Сказать не можете? Ну, не говорите. Но меры к своему сыну я приму. Какие меры? Это мне надо принимать меры. У меня сын растет, подлец! Я ему покажу. Я его, мерзавца, заставлю уголь грузить. Вы успокойтесь. Возьмите себя в руки. Что я матери скажу? Что я ей скажу? А вот тут я вам не советчик.